Годы ежедневного труда. За 20 лет работы Щелковского центра комплексного обслуживания населения сделано немало, но самое главное – это то, что сотрудники учреждения помогают тем, кто нуждается в заботе, кто порой совершенно беспомощен и отчаялся получить поддержку. Под заботливым крылом центра сегодня находятся пенсионеры, люди пожилого возраста, инвалиды, в общем, те, кому помощь жизненно необходима. Юбилейную дату решили отметить в культурном комплексе «Славия». Когда этот центр образовался, то масса вопросов по оказанию помощи именно гражданам пожилого возраста была очень востребована. На протяжении 20 лет, хотя ситуация в мире, в районе менялась, востребованность центра никогда не отпадала. 397 человек работают в центре комплексного обслуживания населения. Все эти люди ежедневно выполняют важную человеческую миссию, помогают ближним, поддерживают и порой утешают. Людей с такой душой, я не знаю, в других сферах есть, нет, но у нас замечательные люди, отзывчивые, добрые. Это самое главное качество, которое необходимо для работы социального работника, потому что мы работаем с социально незащищенными слоями населения. У нас пожилые люди, одинокие, одиноко проживающие, у нас инвалиды. Территория обслуживания центра – это весь Щелковский район. Сегодня в помощи социального работника нуждается более 1500 человек. На торжестве выступавшие не раз обращались к истокам образования центра, подчеркивая, работа в этой сфере – настоящий человеческий подвиг. В те нелегкие времена создать такой центр – это был подвиг. Сегодня работает 20 лет спустя. Но, как мы понимаем, история, она у нас циклична, поэтому тоже нелегко. Вам нелегко работать, но я знаю, вы справитесь. Самая лучшая награда для работников центра – это, как они сами утверждают, улыбки и благодарность от подопечных. Но в этот день им вручали благодарственные грамоты и, конечно, дарили теплые пожелания. От тех граждан, которые нуждаются в вашей заботе, я хочу вам сказать огромное спасибо. Если бы не вы, многие из них сегодня не имели того качества жизни, которое имеют. О том, что профессия социального работника не столько профессия, сколько дело жизни, можно сказать, глядя на сотрудников, чей стаж работы в центре вызывает искреннее восхищение. Одна из них – Елена Буканина. Она работает в центре 25 лет. Начинала с должности простого соцработника. Сегодня занимает должность заведующей срочной службы. 16 лет я лично обслуживала. На моем участке было очень много интересных людей. Вы знаете, обращаются, вот хочется всей душой помочь. И помогаем, и стараемся помочь. Итак, 20 лет теплом и заботой в Щелковском центре комплексного обслуживания окружают всех, кто в этом нуждается, всех, кому так важно внимание и понимание. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».